Всем привет, привет! Всем привет, друзья! Вы снова на канале Happy Family in Canada. Всех, друзья, поздравляем с новогодними праздниками. Всем добра в наступающем или уже наступившем году. Любви, счастья, здоровья. Походу, в этом году оно будет объективно. И всего хорошего. Да, и быть на позитиве. Да. Так, какие у нас на сегодня планы? Планы у нас... Нам на Крисмас родители подарили небольшие подарки. Мы хотим поехать посмотреть чайник новый. Фирмы СМЭК. Ну, попробуем, СМЭК. Посмотрим. Получится, не получится. Мы знаем, что он очень дорогой. И там разные цвета есть. И цвет зависит от цены. Да, цена зависит. Или но там не то, что цвет. Там разные есть чайники с терморегуляцией. Как он там? Программируемый, непрограммируемый. Ну и цвет, ну, возможно, цвет. Цвет тоже, да. Роль какой-то, кто не знает, СМЭК – это итальянская компания, которая производит ретро-стиле технику. Вот, и цены, да, на них дорогие, как бы, ну, может, из-за бренда или из-за дизайна, возможно, как бы. Вот, но мы хотим посмотреть, будет, не будет, купим и не купим, мы не знаем. Потом мы хотим заехать в Walmart, купить несколько продуктов. Фрукты. Фрукты, да. Поменять этот, как подарок. Он называется? Подарок. А мне, какая штука называется? Мне любимый подарил подарок на Крисмас. Ну, да. Утюжок для выравнивания волос. Там оно два в одном идет и крутить волосы. Но он как... Не подошел. Да. В общем, едем сдавать. Мы надеемся, проблем с этим не будет. Чек у нас есть. Да, потом поедем в другой магазин купить. Вот посмотреть. Мы посмотрим, потому что неизвестно после Рождества, есть ли вообще что-то. Да, да. Все раскуплено, на подарки было. Да, полки опустили. Новогоднего вообще почти уже ничего не осталось. Так как... Ну, после Рождества все. Да, они там пару дней и как бы снимают с полок, они там скидки ставят. То есть сейчас есть возможность накупить новогодних приколов на следующий год. Такие там, как гирлянды, елки искусственные. Ну, это если есть дополнительный бюджет. Ну, да. То можно так сделать. В общем, у нас, как всегда, рутина, да. Выходной день. Я вообще дома. Ездим по покупках. Ну хорошо, у тебя отпуск. Плюс у нас локдаун, все закрыто, никаких развлечений. Вот такой вот нам Гринч испортил Рождество в лице правительства. Поэтому Но нам это не помешало провести нормальное Рождество. Мы веселим себя Christmas. Все равно сами. Как бы до этого мы там по дискотекам, клубам, но на Рождество все равно не ходили, мы отмечали дома. В кругу семьи. Да. Вот, как и в прошлом году, как и в позапрошлом, поэтому нам особо не помешало. Так, хотим вам показать, что такое же СМЭК. Так, в нашем магазине мы нашли два варианта. Два разных цвета, да, черный матовый и красный. Да, черный матовый, ну вообще классный. Громче говори немного. Черный матовый классный, металлик красный. Да. У нас два человека. Проблема в том, что этот красный дисплей, черный, к нему идет коробка. Да. Дисплей, коробка. Потеряна она просто. Да. Цена на два чайника, на каждый чайник $400. $300. Представляете, боже, это капец. $300 чайник, то есть самый дорогой чайник. Опять же, из-за дизайна. Все, да. Он будет все так же кипятить, как и обычный чайник. Дизайн обалденный. Да, то есть вы можете сет взять по цвету и все такое. Да, цвета предоставлены. Да. Классно. Мы сейчас еще посмотрим, какая это модель.
То есть, смотрите, я объясню еще раз. У нас есть 20% скидки. От магазина. Да, то есть $300, получается, чайник со скидкой выходит 240. Угу. Плюс на вот этот чайник без коробки еще до 15. Да. 15%. Плюс твои еще 20%. Потому что я работаю в этом магазине, у меня да, есть своя скидка. Итого 35%. То есть 239. Это получается сколько? 240. 24, 24, 48, 72, $80 скидки. 72 и 12, $84 скидки. То есть 240 минус 84. Правильно я посчитал? Не знаю, я снимаю, не считаю. Ну, короче, у нас есть гифт-карта на $100 вместе, да, с Антоном. Да, да. Мы хотим что-то в дом купить. И, ну, естественно, нам надо добавить будет. Но цена очень классная. Если на этот чайник $300... Возьмем его за 120. Правильно? Ну, то есть $300, может... 20, 55%. 20 плюс 15 плюс стоит 20, 55% скидки. То есть $300, 55, это $145, 140. Да, нам надо будет добавить. Нам надо доплатить, но плюс GST $50 где-то. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас мы еще немножко подумаем. Да. Вот. Все равно это дешевле будет, даже если мы пойдем в Best Buy. Да. Даже если там будет со скидкой $170, как мы видели, это все равно нам будет дешевле, если мы берем здесь. Угу. Ты точно 20% у тебя? Ну, надо Appliance? Спросить. Надо спросить, потому что мало ли, вдруг 15 или 10. Так, определились мы с красным цветом, потому что у нас еще красная кофемашина есть, да, красного цвета. Классно будет сочетаться. Вот. Ну вот, видишь, смэк серый, вот, Hudson Bay. Это онлайн. Да, а чего такая цена? 171. Да. А она говорит дороже, да? Да. Что за модель? Сейчас мы сравниваем модель. В общем, купили мы этот красный чайник, да? Вот. Купили мы чайник. Там с ценой заморочки получились. Он оказался не $300, а 215. Короче, в сумме нам обошелся $125. $100 у нас было гифт-картами. И мы доплатили всего лишь $25, короче. Все. В общем, супер. Сейчас мы находимся в Старбарксе. Купить малой гифт-карту на Новый год подарок. Хотелось бы еще и чашку. Там какие-то вот есть, не? Эти не пойдут? Там даже не написано, что это старт. Типа нет. Это подарочное. Коллекционное. А? В общем, сейчас мы посмотрим и вам скажем. Да, итак, друзья, короче, такие приключения. Чайник мы взяли, гифт-карту малую мы взяли на $15 в Старбаксе. Она будет рада. Она якобы... Ну, пытается считать себя взрослой, что она пьет кофе, на самом деле кофе она не пьет. Но, тем не менее, ей будет приятно. Это пойдет ей, вот эти $15 пойдут ей на, может, какие-то пироженка, да? Ну да, там что-то какие-то еще в Starbucks сладости, были, да. не без кофеина напитки. Лимонады вот. Какие-то. Да, от Tim Hortons у нее есть. Зашли мы еще в сувенирный магазин, как бы... Напечатать ей на футболке рисунок. Выбрали мы Билли Айлиш. У нас был выбор Билли Айлиш, ТикТок или Эман Ас. ТикТок мы не хотим ее раздражать, потому что у нее нету, мы не разрешаем. Ей еще нет 13 лет, как по правилам ТикТока. Вот, и поэтому мы решили напечатать Билли Айлиш на футболке. Стоит это $26, 10 минут, и мы ее забираем. Вот, ну, пока все. Так, ребята, заехали мы в Доллараму. Я взяла себе капроновые колготки. За сколько? $3 вроде, да? Такие хорошие, да, да. Плотные. Вот, потом надо было докупить банты. Нам, держи. А,
Тоже недорого. И вот такой пакет новогодний. Ульянку еще ждут подарки на Новый год. Ну. Она у нас дослужила. Ну, приготовили. Ну, мы такой по мелочи. Да. Маленький, небольшой. Основная масса все равно на Рождество идет, на Новый год. Это нам по-крупному с мамой, а мелкое по-мелкому. Мы находимся в Walmart'е. Сдаем нашу плойку. Вот Антон. И хотим что-то докупить с фруктов. Мандарины. И что-то еще по мелочи. В общем, мы вам все-все покажем. Оставайтесь с нами. Покупаем гранат. У вас один цвет, один темнее. Не знаю. $2 один гранат. $1.97. Ну все, берем две штуки. Две штучки. Так. И мандарины. Да они не сладкие были, да, не. Может, вот, давай, да. Это что, 2.97 пакет? Ну, да. Ну, а там другая фирма. Хочешь, нет, возьмем другую? Вот там белый пакет. Да, точно? Все, это... Ну все, да, 2.97. Хорошо. Подходит. Ну да. Не, это мандарины. Мандарины. Давай вот эти лучше возьмем. Они дороже, их меньше, но эти были с червями. Это не мандарины, это клементины. Да, какая разница? Я не знаю. Давай это попробуем. Я думаю, тоже будет вкусно. Вместо тех? Да. Да, они посвежее выглядят, да? Согласен? Вот. Все, меняем. Где у меня любимый Nest? Лимонный. Мне он не нравится. Мне тоже не нравится. Мало пьет, да, его один за одним. Ей заходит. Посмотрим мясо по скидках, может, какое-то. Мясо? Да. Скидки, да. Может, стейки? Не, no, нет. Ну, вот цена такая. Ну да, это не. Это не скидки. Не, все, пусто, а? пусто. Утром, да. Так что все? Вот эти вкусные. Вот эти? Да. Барбекю. Да. Я вот думаю. $1.77. 100 грамм, ты думаешь? Ну да, дороговато. Ладно. Хватит? Да. Да? Да. О, минералки. Там одна бутылка осталась. Так мы будем скупляться еще. Когда? Ну. Срезу, через 3 дня. Минеральную воду по скидке. Доллар скидка 6 бутылок. Ну да. Такая. На пару недель все равно. Ну и то. Сейчас выходные, я буду больше ее все-таки пить. Поэтому хватит мне еще. Маленький достал. Сливки. 3.48. Сливки в кофе. Сливки в кофе. Кофе, да. Нам. Тебе и мне. На вкусное кофе. Так, берем туалетную бумагу. Было 23, сейчас 14. Хорошая скидка. Ну.
Все берем. И нужны... Да, на кухню. Так, отправляемся на другую сторону. Так. Не особо большой выбор, правда? Как-то 2-3 фирмы. 74. Сильно большую пачку не бери. Ну, 5 раз уже. 15 долларов. 15 долларов 6. Они все маленькие, да, чтобы брали этот? Чтобы большое было. Дюплай. 42. В одном рулоне. 42 листа. Да. Здесь 110. Угу. Ну, все. 15,98, да? В общем, в Walmart'е мы ничего не купили, но потратили сколько? 60 долларов. Как ничего, мы... Сама бумага дорого стоит. Да, туалетная бумага и paper towel обошлось нам уже в 30. Угу. Вот. Там фрукты, вода, вот и все, 60 долларов. Такое, но это те вещи, которые, как бы, на сколько? На месяц. Да, месяц, как минимум, не угу. надо затрачиваться. Да. Ну и плюс то, что мы на праздники скуплялись, то у нас такая маленькая закупка, мы еще перед Новым годом закупимся. Следующие два поворота. Следующим вот Новым этот. Годом мы закупимся, перед следующим Новым годом тоже. Так, Крисмас мы отпраздновали и будем еще праздновать Новый год. Ну да. По нашим стандартам уже. Здесь Новый год не особо празднуют. Ну, здесь и... Не особо, так, мне зеркало не видно. Не особо празднуют, а сейчас еще и не разрешают праздновать, так что... Такое, печалька, печалька. Но не для нас. Да, не для нас. Мы все равно отпразднуем. Да. Как бы, не то, что традиция, а просто мы тяжело целый год работали, мы заслужили отпраздновать. Поэтому, как бы, вот в таком контексте мы рассматриваем. Отдохнуть спокойно, выходных. Много. У меня за весь год это первый отпуск. Mm-hmm. Я практически отпуска не беру, кроме там праздничных дней. Вот у меня 10 дней выходных, поэтому провести их с толком, с чувством, с расстановкой. Молодец. Как бы с этого. Ну, плюс время с семьей. Вот мы с малой там на коньки. Вот сейчас домой приедем, на коньки пойдем с ней. Вчера в игру играли. Сколько? Ты часа три, наверное. Где-то часа три. Ну, это классно. Ну. Классно, когда время есть, позволяет, да? Ну да, все отдыхают, да. Все расслабляются. Да. Так, ну все, пойдем. Да, идем в Winners посмотреть мне новый утюжок для волос. Все. Мы уже в Winners'е подобрали два варианта утюжков. Один вот этот. Второй какой? Вот тот ты смотрел, да? Керамическими. Ну, утюжок керамический должен быть. Вот. Цена недорогая, потому что это Winners. 35 долларов. Стоило 45 в другом магазине. Вот. Это подороже. 40 долларов. Стоила она 60, да? Ну, якобы, да. Да. Мы определились с этим вариантом. Да, он поудобнее, попрактичней. С наворотами разными мне ничего не надо. Вот, попробуем. Прошлая плойка у меня прослужила 6 лет.
Очень хорошо. То есть ты почувствовала, все нормально? Да, зажимает, ну да, да. Принцип тот же самый. Взяли, она даже не зажимала. Ну как-то вообще. Более на, для накручивания волос. Да, чем... наверное, все-таки. Там было просто два в одному. Да. Ну здесь тоже можно. Можно, да, все можно. А откуда эта фирма? Это? Да, $40. В общем, чай. Китай, да. В общем, у Ляни берем еще такую косметичку для ее кисточек, для мейкапа. Это тоже будет ей на Новый год подарок. Цена недорого, $13. Вот. Да, все. То есть температура до 230 градусов. В прошлом взяли, она даже не так нагревалась, да, не хватало? Да, как-то вообще надо... Ну, я понимаю, что надо с первого раза протянуть все волосы. Но я тянула, наверное, раза пять. Угу. Вот, а вот, давай, хорошо, возьми вот эту фиолетовую. И они предлагают что-то по скидке. Такой вариант. Мне не нравится, что в керамике самой что-то там есть. Ну, типа ионные пары. У твоей тоже там и шел, но оно не понравилось. Типа обогащать волосы. Ага. То есть оно увлажняет, чтобы не пересушивалось. Вот это да. 235 градусов. Да. Тоже керамика. Ну хорошо, давай посмотрим. Давай. 26. О, еще хорошая скидка. 50. Давай посмотрим, конечно. Здесь скидка была 50, сейчас 26. Да. А это якобы в магазине. В другом. 70. Не, ну да. Так оно и есть. Мне вот это стиль не сильно нравится. Какой кардаун. А они маленькие, не? А ну покажи. Вытяни из пакета. А, я не знаю, как оно работает. Да, вот видишь. Не, мне ж... Может, это на... Что? Вот эти штучки, она типа что? А ну покажи. Чтоб ты близко, может, не... Зазор был между ними, не? Не знаю. Как в общем, это для профессионалов зубки. Больше, не? То есть, пар вот этот часть, ага. Как у чего платье. Все. Не, я боюсь такое покупать. Ну, а температуру можно выставлять. Ага. А вот сюда, наверное, да. Воды заливаешь. Наверное. Короче, ну цена классная, но мы ее покупать не будем. Да, слишком. Посмотри вот эту еще. А еще вот это. О, Versace, это для чего? Не знаю, это не правда. Так, это так, да. Вот это? Да, смотрим. Бутик. Цена ее 30 была, 39, так, 55. Угу. 210 градусов немного маловато. Тоже керамический, может не хватить тебе. Ага. Предлагаю не смотреть даже. Да. Ну, типа хит сеттинг, они не практичны. Можно глянуть вот эту. Это 205 градусов, тоже маловато было. Я так думаю, по сравнению, если с той, не хватило. С вот этой? На... Нет, с той прошлой, ага. С Walmart. Ну да. Вот. Поэтому... Не будем смотреть дальше, да? Нет. Ну да. Значит, вот этой больше градусов, да? Ну, как бы да, но больше нагревается. Потому что из-за этого меньше, ну, да. Нагревается, то ты больше туда проводишь по волосам. Ну да, да, правильно. Помнишь, здесь была куча плоек чи? Нет, ничего. Помню, все разобрали на подарки. Идем на кассу. Все, ребята, мы уже дома. С полными пакетами. Все, хотим сказать вам всего хорошего. И всем пока. Да? Пока-пока. Пока-пока, оставайтесь с нами.